ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области солнечно, без осадков, температура воздуха днем минус 16, минус 18, ночью 17-19, ниже 0. Ветер западный, северный, скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, днем минус 16, ночью минус 17 градусов, северо-западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти солнечно, днем минус 16, ночью также 16, ниже 0, ветер северный 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем минус 16 градусов, ночью минус 19, западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.